singing in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Эхей, я взяла эстонские пончики. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game. Хей-хей, мы в Риге, сегодня у нас первый день, сегодня мы пойдем по экскурсиям, потому что вроде как воскресенье, сейчас большая часть закрыта, и мы взяли не просто билеты, мы взяли такой тур. Сюда входят экскурсии, вот, нам немножко что-то покажут. Вчера у нас была экскурсия вечером, поскольку мы поздно приехали, у нас дорога заняла очень много времени, мы выехали в 8, приехали только в 9 вечера, то есть мы где-то 13 часов вообще были в автобусе, это вообще просто невыносимо. Честно, никогда не думала, что я смогу столько высидеть на одном месте. Вот, поэтому, если честно, ноги вечером не ходили, но нас... Нам надо было сходить на экскурсию, потому что мы здесь первый раз, там немножко показали что-то. И закончилась она в 11:30, и уже ничего не хотелось делать, кроме как прийти в номер и просто спать. Я, как обычно, навела бардак жуткий в номере, я всегда его навожу. Я не знаю, почему у меня такая способность. Эта женщина еще собирается, мы уже везде опоздали. Она еще и танцует. Господи, с кем я поехала? Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want. Утро начинается шампанское. Я хочу вишенку. Я взяла попробовать все. И кажется, я это не съем. Дубль три. В общем, мы опоздали на 2 часа. Мы не успели на экскурсию, поэтому просто... Бежим, блин! Да он не туда идет. Короче, мы идем к розовым деревьям, мы опоздали на 2 часа на экскурсию, мы идем просто гулять. Короче, нам в отеле не понравился кофе, поэтому мы идем искать вкусный. Я влюбилась в эти кружечки. Как сказала Наташа, мы заблудились. Ой. Ну, конечно, стоило мне снять кофту, как только зашло солнце. Удачи! Open up a beer and you say get over here and play a video game. У нас новый герой, Незнайка на Луне. Что? Незнайка на Луне. Пирожные в Стокмане. Go play your video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything. Вкусный пончик. А-а. Вкусный. А мне нормально. Я не люблю пончик с начинкой. Не слушайте ее, вкусный пончик. Очень вкусный. Мы натерли все ноги. Мы устали. Сколько мы 7 километров прошли, как думаешь? Много. Короче, мы очень устали и идем отдыхать. Да. Были на экскурсии на острове Кипсала, там новые такие деревянные дома, очень красивые, в общем, там живет элита Риги. Там очень здорово, такие большие участки, в общем, все так цветет, все такое красивое. Вот.
Всем привет! Сегодня чудесная погода, потому что нету солнца. Вчера днем было на самом деле очень жарко, а вот вечером мы замерзли. Мы сейчас быстренько собираемся, идем на завтрак, и надеюсь, это реально будет быстро, потому что как собирались мы вчера, это просто вообще, я не знаю, как у нас так получается собираться просто по 3 часа. Итак, спустя где-то 2 часа мы все-таки собрались и наконец-то выдвигаемся, идем гулять. Несмотря на то, что мы опаздываем, мы решили пойти пешком, потому что тут просто обалденный парк рядом. Просто шикарный. Очень вкусно покушали, и сейчас идем по разным кафе. Если честно, я вообще не уверена, что в меня еще что-то влезет, потому что я вообще не хочу есть. Я хочу их все. Что это, Наташа? Это мус? Какая-то фигня. Творог какой-то. Мусовый. И клубника. Он сказал стробери. Короче, я поняла, вот, что это клубника. Вот что вот, это? Вот это невкусно, потому что тут 100% ароматизатор, не знаю, какого вообще. Я не понимаю, что вот это вообще, в принципе, с чего это сделано. Мне кажется, тут желатин. Крем и желатин. А это такой крем? А вот эта штука очень вкусная. Да, Наташа? Можно есть. Мы нашли магазин, я так понимаю, сыроедения. Там 6 пончиков, а мы объелись. И угадайте, куда мы идем? Мы идем в кафе! Вот, я рада, что мы все-таки успели дойти, потому что у нас невероятно долгий путь получился. Мы не могли найти дорогу, мы сделали какие-то невероятные круги и мы просто добрались. Мы накупили столько сладостей, что, по-моему, это на 2-3 дня там много. Ну, в общем, короче, мы ничего не съели и просто таскаем. Я обычно с этим целый день, у меня улетел пакетик. Мы пошли на трамвайчик, потому что мы очень устали. Мы обошли сегодня весь район Модерн и Старую Ригу и дошли до Академии. Мы сейчас идем положить все, что мы купили сладко, потому что мы это просто не съели. И потом поедем обратно в центр, чтобы закупиться немножко едой домой. Ключевое слово «немножко». Боже, это лакричный макарон. Прикольные тортики продаются. Чувствую, я опять повезу просто целый чемодан сыра, потому что у меня мама очень любит сыр и всегда просит его покупать, поэтому я не знаю, мне кажется, я просто возьму весь попробовать, ну не весь, конечно, но много разных упаковок, потому что я, честно, не знаю, какой вкусный, я первый раз в Риге, если в Финляндии я знаю, что покупать, то тут я просто без понятия. Мы приехали! Ой, там красивенько. Очень красивенько.
купились. Я не знаю, как мы это все повезем, потому что у нас там просто неимоверное количество еды. Доброе утро, сегодня последний день. Я только что позавтракала и иду к Сакуре. Я решила встать пораньше, чтобы успеть съездить в центр. У меня осталось две поездки на трамвае. Это потому, что я просто забыла билетик вчера, и он просто лежал без дела. И я решила, что, ну, глупо оставлять его. К тому же есть время до 11 съездить в центр. Сейчас еще только 8:30, поэтому я думаю, что я за полтора часа точно управлюсь, еще приду и дособираю вещи. Если честно, сегодня обещали дождик. Сегодня тоже замечательная погода, и вообще в Риге очень тепло. Ну, не утром, конечно, но вот я думаю, что днем будет сегодня жарче, чем вчера. Вот, а пока я тогда быстренько пофотографирую, и мне также надо снимать немножко видео на фотоаппарат, поэтому как раз я и еду в центр, мне не хватает кадров. Если честно, очутилась просто в шоколадном раю, тут шоколад на любой вкус. Вот. Ну и раз уж я зашла, я решила купить всякой вкуснятины и выпить горячий шоколад. Говорят, здесь он очень вкусный, проверим. Я выпила самый вкусный и горячий шоколад в своей жизни. До этого я несколько раз пробовала его даже готовить и заказывала в кафе, но он был такой какой-то приторный. Если честно, допить кружечку было мне не под силу, а здесь он такой в меру сладкий, в меру горький. И такой, ну вот я не знаю почему, но вот эту кружечку я осилила легко. Вот сейчас я гуляю по старому городу. Вчера, когда я пришла в отель, я поняла, что город я вообще практически не снимала. Во-первых, потому что было солнце. Но солнце и сейчас. И я как бы надеялась, что будет не солнечная погода, и оставляла на потом. И плюс мы бегали кругами, бегали туда-сюда, и надо было везде сходить. И я поняла, что я город вообще не снимала, у меня нет почти ни одного кадра, а показать там что-то надо. Вот, поэтому я сейчас вернулась в город. Через полтора часа у нас уже будет автобус, поэтому мне надо сейчас быстро доснимать, взять кофе, поехать в отель и дособираться, и не опоздать на автобус, иначе я просто осталась в Риге. Я еще взяла с собой какие-то конфетки в этом магазине, поскольку там было столько шоколада. Я вообще не скажу, что я люблю шоколад, но он выглядел так аппетитно, что я взяла какую-то плитку с сушеной клубникой, какие-то глазированные конфетки, вот эти круглые штучки, мне кажется, это трюфели с каким-то вкусом. Вообще, у меня сегодня какое-то хорошее настроение. У меня обычно какое-то такое, не знаю, суетливое было, а сегодня я спокойно гуляю, хотя скоро уже уезжать, и я вообще могу опоздать. Везде почти Wi-Fi есть на улице, то есть это такая редкость. В Париже он был очень мало, где в Барселоне тоже местами ремонт. А здесь почти везде Wi-Fi, и это очень круто. Я вам сейчас по секрету скажу, что здесь, по-моему, самый вкусный латте, что я здесь пила. Вот так называются магазинчики, и они здесь вообще на каждом шагу. Так, у меня есть кофе и есть новая помада. По-моему, этот день определенно очень-очень хороший. Как у меня получилось столько вещей, что сумка вообще не закрывается. Боже мой, я еще и с пакетом еду. Вот. Какое-то невероятно красивое небо. Я такие облака очень редко вижу. Они как такие плюшки. Я не знаю, как их описать, но очень красиво. А вообще у нас тут незапланированная остановка. У нас, кажется, сломался автобус. И, в общем, мы уже где-то час здесь просто стоим вот на дороге. Мне подсказывает, что я не приеду сегодня вовремя домой, а завтра мне надо на практику. А в общем, короче, мы тусим, я не знаю где, потому что у меня не работает интернет. И я, наверное, пойду пока редактировать видео, чтобы время не пропадало. Но вообще погода такая замечательная, вот хочется лечь на травку, лежать, загорать. Вот у меня сразу желание поехать на дачу. As I